Hello, guys. Now I will continue playing this game. Last time we start siege of this castle. Okay. Open up, FBI! God damn it! Open up, bitches! Fuck it! Puta madre! Still alive, motherfucker!
Motherfucker. Asshole. Hello, dickass. Motherfucker.
here. It's a rat! It's a rat! Shit! Scream, die Englishman, die Englishman. Actually, Peter Blatz is Irish.
Fucking shit. Piece of shit! Motherfuckers! Oh no 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 no! Fucking hell! Yeah.
Motherfucker, come to me! Убейте его!
Okay. Fucking shit! Come on, come on, come on, come on! Fuck me! How am I supposed to be to do this, motherfucker? Yeah.
The fuck?
she say, God damn you! Okay. Полагаю, вы мисс Лоррейн Лэнгфорд? Да. Откуда вы знаете мое имя? Я капитан Блад. Ваш отец прислал меня. Слава богу, он жив. С ним все в порядке. Где он? С ним все хорошо. Он ждет вас в порт-рояле. Надо уходить, пока противник в смятении. Прошу вас, мисс. На моем корабле у нас будет время почесать языком. Oh, she really big eyes, you know. Lorraine. Big blue eyes. Okay, I got it. Девочка моя. Слава богу, ты жива. Я почти перестал надеяться. Эта сцена трогает меня до глубины души. Но напомню, вы должны мне договор. Лоррейн, мне нужно поговорить с капитаном. Прошу вас. Документ готов, как и обещано, но боюсь, при сложившихся обстоятельствах это просто никчемная бумажка. Похоже, вы играете со мной в игры, Лэнгфорд. Опасная затея. Не горячитесь, Блад. Пока вас не было, испанцы вновь напали на порт-рояль. На этот раз им удалось захватить губернатора. А без него ваш договор не стоит и дырявой лодки. Прискорбно это слышать. Мои шпионы донесли, что губернатор заточен на испанском флагмане, который идет в Картахену. Надеюсь, его превосходительству нравится испанская кухня. Испанский вице-король грозит отрубить ему голову, если мы не сложим оружие. Мне кажется, спасение губернатора и в ваших интересах, капитан. Возьмем пару быстрых кораблей и перехватим испанский конвой. Но все корабли нужны здесь, для защиты порт-рояля. Испанцы могут повторить нападение. Не думайте, советник, что я сделаю это просто так. Теперь мои услуги обойдутся вам вдвое дороже. Спасите губернатора, и новый договор вам обеспечен. Не сомневаюсь. Готовь корабль. Времени у нас в обрез. Удачи, капитан. Oh no, 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 not again, motherfucker! God damn! Корабль по правому борту!
Испанцы на боку! Мы
Мазафакерс! Oh!
Маленькая лодка слева по борту. Развести корабль по левому борту! Вражеский корабль прямо по курсу! Вражеский корабль прямо по левому борту!
Fuck you! Они приближаются!
Капитан, уходим! Who the hell are you? Fuck you! Okay, I got it. Guys, I go home. You.
Oh, shit, shit. No. Motherfucker can't leak. Ah, fuck you. You stupid bot. Ah, no health. Screw it. Checkpoint, okay. Why not? Ah!
You know what? Pistols is good, really good. No health again. Thank you very much. Кто вы? Я английский губернатор Вирджил Морроу. А это Матильда, моя супруга. Меня зовут Питер Блад. Я капитан английского корабля. Спаситель. Наконец-то. Мы в плену уже две недели. Испанцы напали на Порт-Рояль и захватили нас. Они настоящие дикари. Представьте, нас держали в заперти, как животных. Забрали все мои платья и украшения. Разве можно так обращаться? Я капитан этого корабля. Когда начался штурм, он запер нас и ушел. Ужасный человек. Перед уходом он что-то спрятал в ящик стола. Осторожно! Найс. Осторожно! What the fuck is this? Осторожно! Не стреляйте, я спас вам жизнь.
Я действительно Морроу. Эта женщина, Матильда, и есть капитан корабля. Она везла меня на эшафот. Меня наняли освободить вас. Мы возвращаемся в Порт-Рояль. Умри, английская собака! Not bad, not bad. Осторожно! Не стреляйте, я спас вам жизнь. Я действительно Морроу. Эта женщина, Матильда, и есть капитан корабля. Она везла меня на эшафот. Меня наняли освободить вас. Мы возвращаемся в Порт-Рояль. Умри, английская собака! Еще раз хочу поблагодарить вас за спасение, капитан Блад. Это было нелегко, сэр Морроу. Я знаю, капитан, поэтому уже подписал обещанный документ. Официально предлагаю вам поступить на королевскую службу в ранге капитана этого корабля. В случае удачного завершения кампании, я обещаю вам не только деньги, положенные по договору, но и дворянский титул с приличествующими земельными владениями здесь, на архипелаге, или в Англии, по вашему желанию. Я согласен. Прекрасно. Главная задача компании – изгнать испанцев с архипелага. Увы, ситуация довольно непростая. Необходимо продумать план действий. У меня есть пара идей на этот счет, губернатор. Думаю, мы должны бросить основные силы на столицу испанских колоний – Картахену. И тогда испанцев можно будет брать голыми руками. Но Картахену охраняет форт. И целая эскадра кораблей. Наших сил не хватит, чтобы справиться с ними. Не совсем так, губернатор. Основные силы испанской эскадры сейчас находятся около Порт-Рояля. Надо не подпустить их к Картахене. Этим займется английский флот. А мы тем временем уничтожим форт и несколько кораблей, защищающих город. И захватим его. Рискованный план. Вы сможете его осуществить? Смогу. Я осуществлю, губернатор. Окей. Фу. Окей. It was hard game. Окей. See you next time, guys. Bye-bye.